Всем привет! Сегодня хочу приготовить салат из пекинской капусты. Все ингредиенты перед вами. Давайте начну. Капусту шинкуем. И отправляем в салатник. Капуста у меня взята где-то грамм 600 кочан, где-то здесь осталось порядка 100. Такое же количество у меня куры. Так, давайте. Куру я предварительно отварил, а сейчас режу на кубики. Следом нарезаем огурец приблизительно соломочкой. Так, огурец я нарезал такой соломкой. Отправляю все это в общую чашку. Так, в салат осталось добавить 8 яиц. То есть у меня было взято 2 огурца, полкило куры, полкило капусты, 8 яиц и заправка для сметаны. То есть если вам необходимо меньшее количество салата, то делим все пополам. 4 яйца, огурец, 1 грудка. То есть у меня здесь было положено 2. То есть 2 половинки филе. И капуста. То есть капуста где-то грамм 300 вам понадобится. Ну, а теперь добавляем яйца.
Так, я добавил 8 яиц. А как перемешивать это буду, я не знаю. Мне на помощь пришла большая кастрюля. Поэтому я справился. Если вы знаете, что у вас будут гости, с вечера отварили куру и за 10 минут все нашинковали. Вот такой вкусный салатик получился. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх.